Всем привет! В эфире программа «Культ Фьюжн» – ваш гид по культурной жизни и индустрии развлечений нашего с вами города. Считанные дни остались до уникального концерта, который состоится в ККЗ «Панорама». Тверичан и гостей города ждет самый настоящий вечер британской музыки. Зажигательные ирландские танцы, кельтская арфа, ну и, конечно же, выступление волынщиков. А накануне их руководитель Евгений Лапекин провел мастер-класс для всех желающих. Но с какой еще мелодии, как не с этой, мог начать свое общение с тверичанами Евгений Лапекин? Именно под храбрый Шотландию он вошел, а точнее промаршировал до сцены. Именно так, по его словам, надо исполнять музыку на волынке, которой он увлечен уже более 15 лет. При этом есть разница между волынками, на которых играют в двух самых известных кельтских странах. Самое, наверное, основное отличие визуально тем, что если шотландскую волынку я воздух задуваю в мешок, то ирландскую волынку я в нее воздух закачиваю, качая локтем. То есть с помощью специальных мехов. Эту волынку Евгений заказывал специально в Шотландии. Оттуда же и каждый элемент его сценического костюма. Начиная со знаменитого килта и заканчивая ботинками. Именно в такой экипировке он вместе со своими товарищами по оркестру City Pipers предстанет и перед зрителями ККЗ «Панорама», который услышит программу «Рок-легенды на волынках». Почему такое название? Потому что это квинтэссенция каких-то ярких образов. То, что можно сделать на волынке, то, что можно представить. И в этот раз у нас будут гости. У нас будет ансамбль ирландского танца Celtic Wind. И будет великолепная орфистка Зоя Визовская. Таким образом, в осенний вечер 28 ноября тверичан и гостей города ждет самый волшебный вечер кельтской музыки и танцев. Программа рекомендована для зрителей старше 6 лет. А сейчас я расскажу о том, что можно посмотреть на большом экране, о киноновинках в нашей специальной рубрике. Прошло 20 лет после событий «Судного дня». Обещанный апокалипсис не наступил, но из будущего продолжают прибывать терминаторы, роботы-убийцы. На сей раз одного из них отправили убить мексиканку Дани. Мы с моим сыном Джоном предотвратили «Судный день». Спасли 3 миллиарда жизней. Такое резюме устроит? Не устроит. Теперь Сара Коннор встает на ее защиту вместе с новоявленной героиней из будущего Грейс, которая является идеальным солдатом. Сара превратилась в настоящую охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Она считала, что главное – это не дать им добраться до Джона. Но теперь появилась Дани Ромас, от выживания которой также зависит судьба человечества. Вместе с ней в бой вступает и загадочная Грейс – смесь человека и машины. Человечество дорого заплатило за технический прогресс, поставив под угрозу свое выживание. Пришло время покончить с войной между машинами и людьми. Возрастное ограничение новой картины 16+. Заказ и бронирование билетов на фантастический боевик в ККЗ «Панорама» по телефону 300-033 или на сайте panorama-tver.ru. Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама считает, что черный свет самый яркий. У детей кладбище – любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Вы все еще думаете, что ваши родственники странные? Знакомьтесь, семейка Адамс. Здесь так сладенько, что аж тошнит. Так странно. Паксли, не жадничай. Этот джентльмен тоже хочет пить. Адамсы по-прежнему не изменяют своим традициям и по-своему наслаждаются жизнью. Но однажды все переворачивается с ног на голову, когда на пороге их дома объявляется надоедливая телеведущая. История крутится вокруг ТВ-знаменитости, которая пытается построить в городке Адамсов счастливое прекрасное общество. Такое общество, где фрикам не место. Разумеется, сами Адамсы с такой концепцией мира не согласны совершенно. Восстань из мертвых! Картина рекомендована к просмотру зрителям старше 6 лет. Бронирование и заказ билетов по телефону 300-033 или на сайте panorama-tver.ru. На этом программа наша завершается, но я пошла искать новые интересные события, которые произойдут в нашем с вами городе в ближайшее время. До встречи в эфире!